Аԥсны иуеиԥшым анаплақәа иҭрыжьу алыцқәа рнеҩсангьы, иҟоуп аԥсабара иаҳнаҭаз, аԥсуацәа зхом ҳара иаҳхатәу. Иаагозар, аԥсуаа иаҳтәу акакәны иҟоуп аҵиаа ашьхардац. Уи жәытәнатә аахыс аԥсуаа рхы идырхуан жәлар рмедицинаҿы. Иахьатәи аамҭазгьы амҽхак усҟак иҭбаамзаргьы, уеизгьы ахархәара амоуп. Ажәакала ашьхардац бренд каҳасабала иӡыраҳгартә еиԥш алшара ыҟоуп. Абзиара шәымаз ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәам, иахьатәи ҳҭыжьымҭа азкуп ашьхардац. Аԥсуаа рҿы еснагь ахархәара аман жәлар медицина. Ишыҟалах здыруада, аха иуеиԥшым аҵиаақәа ирылхны ахәшәқәа ҟарҵон, ачымазаҩ урҭ рыдагьы ԥсыхәа имамызт. Ахәышәтәыга ҷыдақәа злоу аҵиаақәа реизгара мҩаԥысуан иазыԥҵәоу аамҭазы, еиҳарак ааԥынра, дара анышәҭуа. Нас урҭ аҵиаақәа дырҩон, анаҩсан иҟарҵон аиҵарԥхьқәа. Ажәытәан аԥсуаа ахәшә злоу аҵиаақәа анырыҟәшәоз, ацынхәразы аҭыԥаҿ хәыҷык ажьгхыш нрыжьуан. Уи зыҟарҵоз, ҵиаахәшәыла ибарақьаҭу адгьыл ԥырхага арымҭарц азакәын. Ахәшә аҷыдарақәа змоу аҵиаақәа ирхыԥхьаӡалоуп ашьхардац. Уи жәытәнатә аахыс аԥсуаа рхы иадырхон еиуеиԥшым ачымазарақәа рыхәышәтәраан. Иамоума ашьхардац ауаҩы ичымазарақәа дрылзырго аҷыда ҟазшьақәа. Ашьхардац или литературное название горец мясо красный относится к растениям семейства гречишных. Это семейство достаточно широко распространено, но сам горец мясо красный является эндемиком Кавказских гор. И если вы будете его искать в нижней части, в низинах, на побережье, вы его не найдете, потому что это растение, приуроченное к альпийской и субальпийской зоне. То есть он начинает встречаться на высоте от 1200 метров и выше. А большей частью это вот открытые, значит, субальпийские и альпийские луга, на которых он часто в наших горах достаточно обилен. Даже в тех местах, где активно выпасают скот, он достаточно обычен, потому что не поедается животными. И поэтому его можно встретить даже на тех полянах, где активно пасется скот. Что касается, значит, его лекарственных свойств, вообще надо сказать, что это семейство, оно и характеризуется наличием достаточно большого числа лекарственных растений, видов. И горец мясо красный также является лекарственным растением, официально внесенным в, значит, реестр лекарственных растений, сбор которых осуществляется для аптек и заготовка лекарственного сырья. И в традиционной абхазской медицине горец мясо красный или ашхардац широко распространен и известен с давних времен. И если, к примеру, в давние времена не знали точно, значит, что он содержит, и это было большей частью, значит, опытным и эмпирическим путем достигнутый опыт его использования, то в наше время это растение достаточно хорошо проанализировано. И известны, значит, основные действующие лекарственные компоненты и свойства в основном корневища, которые используются в качестве лекарственного сырья. В традиционной абхазской медицине делались настойки, спиртовые настойки, и использовали как ранозаживляющие для приема внутрь. Сегодняшние, значит, представления, современные представления, они уже детализированы, есть точные, значит, формы в виде отваров для применения, значит, его как вяжущего препарата, содержащего достаточно большое количество дубильных веществ в форме танинов. Они могут оказывать воздействие противовоспалительное, то есть это, значит, ротовая полость, желудочные, значит, в состав желудочных сборов входит. И
По всей видимости, как и, кстати, его один из ближайших родственников, водяной перец, или по-абхазское название дыпорпол, это растение, которое используется как кровоостанавливающее действие, то есть ускоряющее сворачивание, значит, крови при ранениях и, значит, быстрое заживление ран. Как, собственно говоря, и используется и сам ашхардац, или горец мяса красный. Таким образом, это в действительности лекарственное растение, обладающее известными свойствами, тонизирующее, вяжущее, противовоспалительное, и используется как внутрь, так и для при наружных поражениях. Особенно это касается таких поражений, как небольшие раны и ожоги. Аджирю айтнограф Чишазгуар Туала Ашхардац рвены апсу и башца эйснаги рыцын. Урт яхчуйт хва агурарган дара. Убрянеюсенги Ашхардац ялшуйт ахура ирласна аргера, аща аанкылара. Ай башчуй рыман, ай башраджа ахура роур, рха хызчуаз рыхракуаз рхёз рабхатби ацхыраара. Яхазы Ашхардац ялхны иғарцуз ахушко рецепт козыгеным хазырги иғу пакы күйбак. Уртыз дыз калора жакварыла аца хаагыр яхуйд. Яра ахдзи ишахо ашхако ирдацу, ашхако ирдац. Ари ак зымчхакны иғу, зымчугу акны абас, яра ахдзи ишахола абас япшут. Сарахатала хымпада издыруд Ашхардац яхушпо чимизеруко, абри ацахя язва, гастрит, абарт рымхой, абри яйцококуна ладкала яйцарпхяны, хымпада ауграгана сугуб, яра обысь ягигуб ацахя шахушпо. Нас абри ахурако уйю энеулак и хны, Якуб Сазер улашаб, что ехет ахруко, ашхардац зачапсу. Ашхардац это хозер, яра абсу ажлар, а мистика хасчаги артун. Сарей сбил, что арра санцоз, схочно, сан абри апчихак, ашхардац апчихай, ацыга отца апчихай, абас кыт оценила, а не сылтит, абри амгухяга уз сыр, Адзе илза адзаны я адзахны и ужири уходхан. Наски икалот абри амулет хасабла ауи и юхты ямазер, юхты ихшизер убри аманшалара ауи тазнана год и ускорча аманшалара ху изцурцудхан. Амиси хасюх яртвот хазы. Яхазы ахуэрауадэю башхардац ялу ахуэказ шэква рар пшэзэбзуру дазусту. Уй язгэна авюра курчака гербадзам. Ихо базэй пшэйл гаараку ауэвизэй хуарту адзэя аква рыбшаара шыгалаз. Яхвяб акахва апшаара ядхолуа легенда. Ашхардацки убаса хархуар яла газар алаб. Ахэйл гаупакэ уэзэбзуру ахчачаруб. Известно, что, значит, кофе это, значит, север Африки и пастухи, наблюдая за тем, как себя ведут козы после того, как они, значит, поели листья кофе и, значит, и плоды кофе, значит, становятся более резвыми и более игривыми, значит, увидели, что оно не ядовито, значит, не смертельно для животных, сами попробовали, значит, и отсюда, так сказать, пошло начало применение
значит, этого напитка в качестве самого популярного в мире сегодня наряду с чаем напитка. То же самое, собственно говоря, происходит в принципе при значит, обнаружении полезных свойств или лекарственных, так сказать, полезных свойств многих растений. Сначала это случайное использование, наблюдение за животными в природе. Большей частью это связано с пастушеской традицией, во-первых, потому что пастухи очень имеют много свободного времени, наблюдают за своими животными и видят, какие бывают реакции у животных на те или иные растения, которые оказываются съедены их скотом. И отсюда, значит, соответственно, делают выводы и затем сами начинают его применять. И таким образом очень часто, значит, вот из пастушеской среды приходит очень много интересной информации, связанной именно с полезными свойствами тех или иных растений. Лассы-лассы аж хайцу аю задумамзар, яу хуарабак алу аж хардац. Фярада акуп я джирмагеджу. Арака дуку папхюс эйс нагякумзарге янул ты его калалуйд. Я же хотел исима, тандюц бакуша. Я бань пиш за азгода? Ашха. Ашкун сей азгода инсогю нас хаздру, ашкун с ашха инсогю иси азгода. А уси азхода, яра ярху мава? А ярху. Я рахшу псичку, не рахшу взял, а желудок из захава хатахмука. Хуши псо, ющи псо. Уи нас атраквир санулся, как атратролог замешал. Уа хатахмуку хшу взял, а уай рахо, ашхардас. Жит на тахашиху бера, анки я дрожа дух шагу. Уже желудок алнар год, уа хатахмуку, я с желудок из маза в алнарке. Мокуа кытан инхо сурама рахамия апсаса емуп, уи сышукса ашхай кайцует, мзлауа дыгуп, уат цанадана алак ешхардац иман дылбаауэйт, ада псыхо сымам ехойт яра. Ханьюви випшукса ихыцует, аха икра иныпшцум, уи зыбзору ашхардац ауп, подлафует апшма. Кушкса схыцуан ашха саргет, уастахан самсанья дыга набра мукунаса бргбзиян. Тараш ханаттер бедан бергбзиен сабрцха аберт усха на ферме ус умура узомир на ферме ус руан юни фи абрзу хан адвию даш хасрге сахир газ убра на систербет абри хшуп абри штаку бас хана убра ицхна яхгон уин хсна сара сабрц хасани гол сабрц ицхни айгон айзон уин хс постоянно аш хаскудуп сац хезсмен саавайт Истохусан соша, а все по-другому. Я загаван. На вас обид посебази, посебази, сына заводит, зигир за шот. Хушуп, абри харак, сандурцхан, с бакатлепхан, хитсхан, бакатлеп, ламшат, бакатлеп, шелагун, абилоп, на слара, псу, лахушпал, он, на сера кушерка, саус, лон, псу, абу, вепшем, на врач, чаба, а за родом, паба, а за лил дрон. Арра, сын, гузу, бусхан. Абра сух, дох, и так захнял, это сын постоянно, сабре удза, сабре аду, вайбу, яйдзом. А с кем мне псы, ну, хоть забри, а я вот хыхы, а пшит зашли, а чало. У яшка, а не ураз, гузом, зигрет, если я купил, ну, цуху август месяц. В конце августа, цуху, вроде бы, я еще пошел, я пшит за, я бас не пусла, я был пшит за, анхо. Я пшит, мы пшит за, уйдет, что я квартал, я пшит за, ро. А шхардац, у сара, сах, сах, у нас, гардава, сейчас, сара, шкусик. Ферма же уса назвала зараху брехи, кацарху не брехи, зараху сыманов, а джикун сыман, гардава шашка саан, и ера уса брехажу горный чай, я шхардацкий свой, я шхай сэмбе, я адзамз. А ри харак и хава брехашка парч. Нас бдута. И ну что вы, вала гылма патры твух рахану, ухаштну, увысё, увысё что вы. А уха давление зухана зигирцку. Уй, фиры гуашта хима, сша фир гуам цуаз мауан за давление, учима за ныжи, цама и шпо. Я рах фиам чаму пха, наси гуаз тахад из чего. Ам чаму пха, наса сгбанала уй сара, наса сгани гуаста за убрёб, наса схалхад зиги жуа гео, наса арах рахса ами санайла, ка вина карнахфа хумучхала, наса шинтан, наса ахам, лолка сэмбяц хумучхала. Ам не ромка, ки ромка, ка азвит, ам не зло, всё. Сухопут, бусоп, шизбо. Собрать тания, просто Борис он тания, почему другого постоянно, у сентябрь лысым тасмам зар, постоянно, лысот постоянно, та, шашала, а бас я отцы не живет.
يسم شجيوني نازل بزيوب رشك سيا هذا يخزم عواد كذا سيا يلا بسني عز أبواد كذا متخز رشك سيقول زاد يحجي جبر خوتي يحجي بزيه خوتي مزار برا بخاق أمزم يوزم جري يقولي نازل يجي خاز يخزو يقولي نالو أبس أبس الحون صندوق هم يشخردات الزهر شخردات سوف عش خن بيت جنيا عزقيت شو تسم شان عاد جري دخزم يبي شو ياتنا عواد كذا يلا يبغى يتصل يبغى خاق أمزم أبس أبو شو يشارت أبو سوف يخخنا ماجك خخني عاد أي جنا بس شبه يلا ورشيت ويلا شو زاد يرى يلا نتش حوايت يا أبشتو خير أنا تو عبرينا بريمير برجع لتر وبيات بري أوتيد واحد أخذ زميز خو تصير Далее режиссер Паоло Сорентино и Сахер Кырат фильм «Великая красота Чы», а хоть Сахер Курвацк да за отколой тадацку ларлзы из заходу аты. Вы знаете, почему я ем только корни? Нет. А почему? Потому что корни – это важно. Абрехшуйца касахер кырат фильм зэгэцэка азту ируакуб, а философия гана хала вазнейвазар. Иштахаза темаги ашхардац хушика хасабалы шыхаду ипш, и хадуб апсвожлар яйткыла нахтурых, хазнысы замю хасхяпшвазар. Иге амта чыцку халарги, яхэпи амта хабстазаара прогресс ала нагаларги, хабача уртрабача япырцаз, яхзынрыжыз зынзама паначахк, убысха науп хаша таныдзуа, вот спихпи Азара Адзбараг Ануадеюхо, Убрягнут, Адацку Ахинза Хаму и Хуанахшепу Хакукыла Зауэт. Хатырскую телехопшца Абриоп Яхазэй Табуб Хадыратара Шахахупшуаз Абзирас Анэсты Хайкшаранца.